понедельник, 27 октября, в селе Алабушево стали закапывать противопожарный пруд, расположенный между улиц Пушкина и Пионерская. Жители собрались на стихийный митинг, вызвали полицию. И работы земельные сейчас приостановлены. Почему уничтожается единственная зона, где гуляли на природе наши дети, где мы отдыхали? Этот вопрос остается открытым. Также мы написали жалобу в администрацию губернатору Московской области с просьбой разобраться, почему ведутся эти непонятные земельные работы в нашей зоне отдыха на противопожарном, единственном на улицах Пушкина-Пионерской пруду.